Как же ты сюда попал-то? Ну ты даешь, блин. Как же ты так, а? Внимательнее надо. Это моя пятая рыбалка. Тут то полнолуние, то шторм. Ничего я не поймал. Так что смотрим, что получится. Ну вот, первая рыбка за 5 дней. Убить сразу. Вот такая вот. В том году почаще. Но тут то луна была полная, то шторм. Это первая рыбка после бычка. На рыбалке такой вещи я еще не видел, чтобы по морю плыли утки с утятами. В общем, активность в этом году у дракона очень низкая, точнее его просто здесь вообще нет. И ловил я на тонущие воблеры. Один у меня медленно тонущий и два быстро тонущие разной расцветки. В том году я ловил вот на этот тонущий, медленно тонущий воблер, и практически каждую рыбалку были видны атаки, так как вода прозрачная. В этом году атак нет, не наблюдается, рыба не преследует. И пойманная рыба, в общем-то, случайно. Поэтому от рыбалки переходим на копалку, то есть ищем золото.